Все, мы сейчас погнали. Да, будем участвовать в квесте. Квест настоящий по всему городу с компанией CityLink. Они нас пригласили. Сейчас тут распределяют участников. Сейчас по-другому переиграем. Мы втроем. Есть команда 3А. Будем искать золото. Команда Макинтош, капитан команды Байбурин Ильгиз, Комарова Татьяна, Хлопонь Николай и Максим. Команда 6 Мечта, Денис, сервис Артем. Артур Армада Групп, да, и Артур Спутник Телеком. И Артур Спутник Телеком, все сформировано. Команда Цитадель, Ильдар, Дмитрий, Рафис и Сатульна. Еще кто-то там? Ну, это не для тех, кто влёг, не важно. Ладно. Дальше кто? Да, мы вас тогда к ребятам. Я потому что буду рубить, мне телефон закрыть. Не мере, если написано ген-тест, вам достаточно было зайти в тест. Ну и также в крем дальнейшем. Это что будет? Не переключали расклад, не переключались между языками. Это понятно. Мы забыли представить. Это Артур, я Раис, да. Мы организаторы сегодняшней игры, как раз... Все знают. На всякий случай скажем, да. Отряд специальных приключений. Наша игра сделана специально для тех, кто увлекается компьютерами и ЭВМ. Что немаловажно. А уж и ВТ. Она будет достаточно смешной, потому что обычно люди, которые занимаются чувством юмора, веселые, подвижные. И она будет включать самые разные задачи. Но, конечно, технологическая составляющая будет всегда. И это будет для вас, может быть, прикольно. У нас идет процесс квеста. Эми, по дорожке здесь беги. По дорожке. Потом машины могут быть. Да, вдруг заедет. Ну да, мало ли сзади заедет. Короче, у нас было задание найти человека, который в Инстаграме ходит и снимает, делает прямой эфир по торговому центру. Мы по этому эфиру вычислили, это была девушка, ввели ее имя. Потом задание было купить по IP-адресу определенному, это CityLink, флешку. Сейчас флешка это у нас на руках. Вскрытая? Вот это непонятно. Флешка не вскрытая? Ну-ка. Целая флешка, которую нужно воткнуть в ноутбук, и на этом ноутбуке что-то нам должно показать, я не знаю. Батарейки? Ну, я бы понял, если там было вскрытое. А, нет, вскрытое, все, вскрытое? Все. Все-таки, да? Ну, так красиво сделали. Да, где-то есть облака. Сейчас мы эту флешечку, короче, воткнем в ноут, и там будет какая-то информация. Чтобы мы же купили батарейки. Ждем. Да, купили батарейки, но нам еще в придачу флешки дали. Все, драйвера установят? Все, драйвера, все. Лицензионно, небось, дальше? Да. Все. Нет, серьезно, лицензия? Он же с ней продавался. С ним шел, да, я в Южных. Папа! Ну, я думаю, уже появилось, может, откроет. Сыщики! Он уже как устроился, но это и есть квест, да. Так, это у нас третье задание, да, получается? Два задания мы сделали, сейчас третье. Там, возможно, кодовое слово будет. Документ, наверное, да, вон? Или видео. Я флешку должен найти. Что-то флешку не определил, сейчас, да? Сейчас. Опять же, ноутбук. На флешке ролик, где едет машина. А ролик идет? Нужно определить, да, куда поедет. Может, надо за ней ехать. Поехали за ней. Ты знаешь, что перемотай? Не то, что за ней. Может, она уже куда-то приехала. Да. Зачем вот это? Ролик-то имеет окончание же. Смотри. 171-912. Попробуй. 171-912. Так. Короче, движуха такая. В ноутбуке видеоролик, в котором показано, как едет машина. И мы должны повторять все то же самое. Так, Тимур, налево, направо. Сейчас включаю. Левый поворотник. Налево, на проспект.
А и смотри километраж. Сейчас 42. Одометр надо смотреть. 42. Вот он стоит, мигает. У него 42 и 2, скажем так. 1,9, последние две цифры надо. Да, 1,9. Ну, если тут еще учитывать этот... Вот он поехал. Поехал. И еще раз налево. Чуть-чуть проехал, еще раз налево. Он на проспект уезжает. Паузу я нажал. Да, и мы попадаем в пробочку. Да не, у нас сразу налево. Так, давай. Вернем. А вон за тем Hyundai белым. Мы тут разгадали несколько заданий. Сейчас приехали в парк Якутово. Тут такое задание, что на бешеной скорости летит болельщик и раздает Wi-Fi. Нам, чтобы его остановить, нужно купить баночку пива. Короче, за пивко чувак остановится, скажет нам пароль. Сейчас найдем. Вот здесь он нами по кругу гоняет на роликах, да? До этого... Мы на большом экране, а вон он бежит наш. Да, наш. До этого на экране нужно было найти видеоигру. Мы ввели пароль, короче, в Марио. Короче, он туда побежал, мы сюда пойдем. А вон кто-то бежит, он не может так долго бегать. А вон еще кто-то бегает. А, или просто бегает. Но он, наверное, до последнего будет ждать, до участников, да? Слушай, тут много народу приехало? Не, на роликах же, на роликах. Да. О, тоже. Чувака на роликах ищите? Он на роликах, пытаемся. Он уехал налево, направо? Не знаю, тоже ищем, вот тоже. А чего на роликах-то? Может, на велике? Он на велике может. Вон летит один. А чё, вы без пивка, да? А, сейчас он набухается как нормально. Тормозит как раз. Какое пиво-то взяли хоть? Козел! Козел, да? Нормально! Слышь, козел, остановись! Давай, гони пароль. Как только видишь, прям сразу кидай банку в него. Так, бешеная скорость. Может, на велике, нет? Нет. Вообще на роликах. Так, роликах. Написано в задании. На роликах блогер Кобзон. Да, я сказала Кобзон. Да. Вам нужно сканировать Кобзон. Имя, его мобильный ВИП-точка. Я не знаю, что за Кобзон. Вряд ли он здесь на бешеной скорости. Слушай, поедет. Мы ушли, может быть, он туда бежал и вот догнать хотел. Wi-Fi, давай нам в другую будет. Сторону, да. Сейчас мы уйдем от него. Скорость, как бы здесь люди. Нет, в смысле, он там сейчас, наш чувак, он тормознул его. Говорите тихо мне. То есть вы прислушиваетесь к мелодии и говорите тихо мне. Где ваш водитель? Ну, то есть пока не, наверное, не соберется команда, мы не начинаем. А, Эдвин, сбеги за водителем. Я ему звоню. А, ладно, стой, Эдвин. Там запарковаться негде. Роберт, надо, чтобы ты тоже пришел. Давай быстрее. Брось там где-нибудь машину как-нибудь. Задание у нас, короче, нужно было найти юрта оранжевого цвета. И вот мы приехали сейчас на телецентр. Мы сейчас ждем, когда другие выйдут? Нет, мы здесь. Мы получили код. Здравствуйте. Профессора Атамания. Надо собрать световой меч вот из этих штук. Инструкция по сборке. А у нас батарейки были, да, с собой? У здесь. Нас вот здесь на доске. Делайте все по инструкции, здравствуйте. Вы потеряете меньше времени. Итак, лабораторная работа. Вам надо собрать световой меч. Палку, одеваем кабель на палку. Кто-нибудь смотрит? Кабель, причем там разъем должен быть подходящий. И плюс-минус с другой стороны. А, кабель, вот он. Так, давайте. Слушай, точно, ленту надо засунуть. Имеется в виду ленту засунуть в меч. Ленту суем в меч. А, чтобы он светился, да. А вот это торчать будет из батарейки. Все нормально. Сейчас круто. Подожди, а это, надо же а сделать. А вот же пример же у него. Скручивай, надо выключать. У него пример на этом, на спине. Что вы паритесь? Ну пока будем. Так, ну в смысле, подсказочка. Явная, да? Так, соединить.
Это как на таможне что-то проносишь, в руках держишь просто такое, вот, и проверяйте. Используй изоленту. Соединить провода. Нет, тут не просто так, надо, чтобы палка получилась. То есть надо вот так сделать. Вот сюда вот сделать. А кто-то уже был? Вот, смотри. Да. Кто-то уже был, и кто-то не пользовался инструкцией, поэтому был очень долго. У вас есть шанс побить рекорд. Если вы будете... То есть надо вот так сделать, вот так вот на ручку, как рукоятка. Вот она должна вот так лечь. Да. Используй изоленту, а то не получится, надо инструкцию выполнять. Иначе коротнет. И потом будет на работать. Эту фигню надеть вот эту изоляцию, потом подсоединить крону. Ну и крону примотать, наверное, изолентой. Сейчас посмотрим. Короче, драка. Короче, мы драка. Второй этап. Так. Надо сдать экзамен и победить профессора. Да. В Уфе я еще такого не видел. Слова, которые испускает вас меч. Драка на мечах светодиодных. Жесть просто, что творится? Прям реально драка, жужжи, что ли? Жужжи громче. Да. Вы победили профессора и открыли путь к коду. Код на доске. А он и был изначально, что ли? Код вы можете найти только с помощью меча. А вот да. Вот он. Нет. Вторые, да? Не скажем. Хорошие вы, ребята. Какое следующее задание? Следующее задание какое? А, задание, все. Пришли в арт-квадрат. О, тоже тут. Привет. Стоп, стой. Или на второй этаж? На второй. Сейчас нам нужно найти агента. Агент 007. А вон что-то. Вон. Что такое происходит? Говори всем. Цифра. Что это? Надо все выпить. Тут сарай команда, да? Кто из вас смелый? А на дне будет что-то? Потише. Надо с ушами прям сюда нырять. Кто там орёт, а? Я так. Все услышал? Лех, все нормально? Нет. Или еще надо? Все. А что сейчас делать? Кому что говорить? Ну что? Следующий. А что? Что надо сделать? Услышать? Засовывайте голову в воду и слушайте. Там слушать? Что-то... Ну, возможно, надо что-то услышать. Услышите, узнаете. Слышу. Если что, ориентируйся на ЕМ. На или рак цапнуть. Все, ну. Ну чем так сделать, типа? Слышно, нет? А? Слышал? Что-то слышно, да? Нет, ты сможешь сейчас сказать, нет? А? Что там говорят, сможешь сказать? Сейчас.
Сейчас смогу, да. Так, только тихо. Надо поглубже голос. Там, наверное, просто, какой-то этот колонка. Да, стоит. Там мы звук. Все, мы не шумим. Можно да? Эдвин, мечом типа, да. Держи. Что-то может сделать там. Не, вслух не надо. А? Вслух не говорит. А, да. А кому говорить, вам? Нет, вы должны понять, какой код ввести. А, код ввести надо. А, код ты. Ты из этой команды? Да, наш. Загрузится. А, помнишь, как с биосу файл читать? Почему с биоса? В школе учили такие. Точно. Вот этот файл, его нужно прочитать. Это наш? Так, сейчас я вспоминаю. А, копи на экран. Нет. А, так. Команда. Кто-нибудь помнит, я загуглю пока. Печатать. А. Принт. Нет, туда еще. Не принт. Может, я не поверю, не подниму. Так. Все, короче, мы разгадали по очереди. Не знаю, какие мы будем надеяться, да? Ну тут кто-то. Сколько команд уже пришло? Мы третья, да? Может, мы не самые первые, но самые умные. Я думаю, что не факт по мере приезжения сюда, какая команда. Я думаю, слава богу, дай бог, мы в тройку пойдем, если это будет круто. Типа в пятерку хорошо. Ну, пока три команды, да. У вас вы вели, обновили, поздравления там, да, вот эта вся фигня. Победа была написана у вас? Нет, победы никого не было. Там в конце это будет объявление участников. У вас была победа? Победа. Нет, всех поздравляем просто. Вы прошли победу. Победа не было у вас написано, да? У вас победа была? Да, что-то написано. У нас победа, молодцы. Первое место. Вообще, пацаны. Вообще так же. Пацанам. Нереально вообще, что... Вообще классно. Вам зачет от пацанов. Кто сказал, что вот там типа это, за 2 часа, за 1.5 часа там пройдет? Да, уже 11 часов, блин. И двери закрыты, да? Не открыты. Так мы заходим, мы закрыты на обслуживание, так мы это, от тех обслуживания. От тех. Да, нормально. Сфоткайте нас за команду. Это стол, да? Итоговый результат, это у нас фуршет. Чья-то свадьба, что ли? Сейчас все джедаи с мечами усядутся. Эдвин, иди сядь туда с мечом. Куда? Ну, куда-нибудь. Да, вот так. Вот эти канадские клёны, короче, играют. И чтоб здесь была помойка, я привык здесь ездить, чтоб всегда было. Че, как тебе играет? Нормально? Круто. Понравилось? А завтра в школу встанешь? Завтра будешь в школе рассказывать. Да, мне Арчи звонит и говорит. А это же на этом висело, да? Ну, одето было, имеется в виду. Кобзон же? Да, но дело в том, что я нырнул очень глубоко. Контакт на молодежи, на роликах. Опасная тема, да? Да. Нет вопроса, там как вы. Да, то есть собрать наших любимых корпоративных клиентов, что, по крайней мере, все друг другу в глаза посмотрели, все друг друга узнали, то есть как бы и все-таки из онлайна перейти в офлайн, потому что как бы ну, это полезно, нужно как бы, ну и я надеюсь, было весело. Спасибо всем. Да, ура! 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 С томатным соком. Надо и соком. Давай.
Че, как? Отлично. Отлично. Больше всего отгадывал, так что давай. Ну, мы уже третий, как минимум. Да? А мы вроде третий приехали сюда, как на четвертый? А там, когда игра остановилась, там уже не важно. Представь первый, когда ты видел остальные. Да все было интересно. Так с ним А вот у всех грамоты. Вот главное не победа. Главное счастье. Вот, вот. Ой, Эдгар. Да, вот это наша. Это кто это? Это я же. Вот у всех. У всех, видишь? Когда все приедут, скажи, я тут первый. 500 бонусов в подарок. Бонусы будут активированы в течение 8 дней. Это что за бонусы? 500 рублей, что ли? Не знаю, это в чем-то CityLink электронный. Вот скидочка. Круто. Эдгар. Давай заходим. У вас девушки кто-то захотелось, то что